Здравствуйте. Сразу ты столько не видела. Сразу социализация усиленная. Ой, какой у вас. Девочки такой. Бизон. Ну ты что? Ты что? Ты забыла, что ли? От неожиданности. Я просто на всякий буду ее держать, ладно, на всякий случай. На всякий случай защищается. Да. Помню, не рычим. Что же здесь есть? Ой, какая встреча. Ты прям братья, да? Все в ошейниках. Красиво. Красота. Слушай, а вот такой вот раз коричневый. Только у опенцеллеров. У опенцеллеров бывает? Да. Их в Москве, наверное, 3 штуки всего, не больше. Ух, она сразу бегу врезается. Маленькие шпицы. Их заносит. Она мощнее, чем это. Это больше такая вытянутая вся. Ну да, поджарая. Она такая, видно, что ноги мощные. Она... О, у Лизы тело такое массивное. Финны любят таких. Тоже вот как Лиза. Мощных по телу. Ну, Дерри хоть будет с кем поиграть. Она все к Инди пристает, из нее клоки шерсти выдирает, как из овцы. Нужно вот такие вот приколы. Лиза, ты там не свались, ты же это не умеешь. Ой, она тогда у меня... У меня же еще там ситуация была, вот я боюсь какие-то... Она у меня бегала-бегала и снесла головой фонарь, разрезала все глаз вот так вот. Лиза будет долго спать потом. Давай, лезь. Залезай, залезай. Она села. Ну, сидеть будет. Ну, видимо, хорошо отработано. Теперь она не будет тебя есть. Будешь знать, как бегать. Я рад тебе, но просто ты зачем? Зачем пачкать? Там какой-то щенок лабрадора. Здравствуйте. Безум. Дера.